per Apollonium, per Esculapium medicum, per Higiem, per Panaceam, et per omnes Deos de atque jura, atque tester eras. Honeste, viribus meas, et mea ratione, talim jurandum fungi. Клянусь Аполлоном, Асклепием, Гигией, Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу. Я направлю режим больных к их выгоде, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Прекрасно. Ой, боже мой, на ночь. Утром встанешь, ничего не видно. На ночь прям как следует. Пришли его, небось, сладко. Умойся еще утром, совсем все облезет. Да не возись ты, скрязивай свои бахилы, скоро начинаем. Как там твоя целующаяся язва поживает? Ты сама понимаешь, язва, только не целующаяся. Ты что, диссертацию по ней будешь защищать? Почему бы и нет, может, и буду. Готовь компакты. Вы там. Мы тут об этом. Забираться, ты знаешь, Наташа? Сердце будет. Сердце будет. У тебя сердце болит немножко, да? Нет, сердце болит. Сейчас не болит. А раньше болело, да? Чего? Раньше болело. Видишь, только как я. Кто же тебе сказал, что у тебя сердце? Чего? А я сама чувствую в санатории. Домой-то. В санатории, да? Домой, да. Вот что. Вот, смотри, какая морда. Гуля. Диля, у тебя тоже сердце болит? Я не слышу. У меня тоже сердце болит. У тебя тоже болит сердце. Тебе сделали операцию? Ну, что? Сделали? Не слышу. Сделаем. Молодец. Обязательно сделаем. А ты не боишься? А? Он плакала. Кто плакал? Она. А ты не будешь? Нет или да? Нет, не буду. Нет, не будешь, конечно. Я тоже. Ну, Болот тут, конечно, уже специалист по этой части. Он плакала. Ты теперь совсем никогда не будешь. Я тогда он туда зашла, а тогда он не хотел плакать. Скажи мне хорошенько, я же не слышу ничего. Не будешь бояться? Нет. Нет? А ну, он не спят. Тебе тоже на сердце будем делать? Да. Плохо так. Дышать тяжело. А? Тяжело. Он еще дышает, когда вот он обедает. А кто тебе будет делать операцию, ты знаешь или нет? Ахумбай. Ахумбай будет мой. Завтракал? Аппетита нет. Ничего, я тебе капельки пропишу.
детстве я очень часто играла. Изображала врача, вот, лечила. Болела я часто в детстве. С врачами очень часто сталкивалась и видела, как они лечат, как они обращаются. И мне тоже захотелось также помогать людям. Вот, и сколько я училась в школе, я все время думала, что я буду врачом. Закончила школу 10 лет, поступила в этом же году в мединститут. Вот, и сколько я не училась, я не разочаровывалась, что я попала в мединститут. А мне операцию буду делать завтра, что-то со тебе нет? Листенон. 100 миллиграмм. Да. Я готов. Можно начинать, Миша? Да, у тебя случилось? Скажи. Шарик Наташкин лопнул. Вот. Ничего, на выкупим. 110-90. Теперь давай, чтобы меньше было кровотечения, я веду пальцы снова, а ты будешь вести. Пусти чаще. Так. Ой. Наверное, кому-то тебе взять, да? Доливай ямку в крови. Доливай. Давай, расширители. А то они... Доливай. Давай еще зажим. Струйно доливает. Вот видите, вот эта самая техника, кончик должен быть немножко острее, а тупой вот не ослаб. Так. Инструмент в сердце. Так.
Зажми, родная. Так, давай нож. Расширить надо. Осуши. Ох, черт возьми. Врач это все-таки такой же обыкновенный человек, как и все другие люди. Ну, если взять специалистов других профессий, добросовестно относящихся к своему делу, то, пожалуй, это больше должно подходить к определению врача. Врач, который недобросовестно относится к своему делу, он не может долго работать врачом, ему приходится менять специальность. Так что, по-видимому, эта профессия требует добропорядочности и добросовестности по отношению к человеку. Такая возможность сейчас мне, ну, как бы, поступить бы в технический вуз и именно окончить какое-то отделение, ну, по медицинской аппаратуре, по медицинской технике, я бы, конечно, об этом и мечтала. Натошка, чего хочешь? А? Конфетку тебе принести? А что тебе принести? У меня машина есть. Большая-большая. А, Болотик, ну иди сюда. Как дела? Хорошо? Ты сыт? Да. С мамой разговаривал? Да. Ну как сердце? Хорошо. А аппендицит? Хорошо? Ну, у тебя здесь все хорошо, оказывается. Давай сердечко послушай. Хорошо. С ребятами не ссоришься? Нет? А ты паспорт? А с Качкором? Кажется, Качкор? Да. А Качкору палату надо решить? А Качкору ходишь в палату? Ну все, Боленька, ну стоит. Мне скучно, домой хочу.
Ничего? Ничего? Спать хочешь? Нет? Хочешь спать? Ну, спи. Ёлочка. Угу. Вот он сейчас в желудочке. Видите, как крутится. Так? Отлично. Надо записывать все. Да, уж не запоминать, а все строго записывать. Ну, темноте это не видно. Давайте нам рентген. Хотя? Опускайте я руку. Можно пониже опустить. Да. Хорошо. Вот отлично. Так. Расточите. Все, да? Давайте выключайте свет. Сейчас мы войдем в ствол, потом в желудочек. Вот он через дефект, пожалуйста. Через дефект? Ну, конечно. Вот. Раиса Федоровна, подождите, я прицелю. Идите, посмотрите. Сейчас правое предсердие, еще верхнюю полувидение. Куда же меня за подбородок зацепили, а? Мне уж неудобно. Ну что ж теперь сделать? Ничего. Давайте свет. Я даже не знаю, когда вы будете оперировать. Скоро, мы думаем. Я даже не знаю, он очень маленький и самый младший из наших. Сердце болото нельзя излечить просто лекарствами. И здесь необходимо оперировать. Поэтому мы сейчас исследуем. Почти закончили сейчас исследования. Сейчас нам нужно ваше согласие. Операция очень сложная, поэтому мы с вами советуемся сейчас. Без операции невозможно излечить его сердце. Я боюсь, он очень маленький, я боюсь, что он не выдержит операции. Мы поэтому сейчас исследуем. В общем, мне самое главное, чтобы он остался жив. Я на вас надеюсь очень. Ну ничего, все будет хорошо, скоро мы будем оперировать. У него есть отец? Да. Все будет хорошо. Бог даст, все будет хорошо. Мне главное, чтобы он остался жив, конечно. Вам виднее. Я на вас очень надеюсь. Мне главное, чтобы он остался жив. Ну ничего, не плачьте, все будет хорошо. Я не знаю, я очень надеюсь на вас. Очень на вас надеюсь. Инкламкве домум, интравра, эой гроти комадис интрава, нигил примедитати, инюсти, перницеозе меферен. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена. Нарушающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому. Фортуна и глория, омниум хоминум перпетуо темпора дентур, веранти лера контрария сит.